Принять военную присягу. Твердо чеканя шаг, к месту торжества следуют вчерашние школьники. Сегодня курсанты Института береговой охраны ФСБ России. Воинский долг, мужество и честь для них не пустые слова. Теперь они живут с клятвой в сердце. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Народ и Отечество. Для без преувеличения образцового учебного заведения сегодня знаменательный день. Это присяга юбилейная, 10-я по счету. Более того, она совпала с другой исторической датой – столетием со дня образования органов безопасности. Молодым защитникам есть с кого брать пример беззаветного выполнения требований военной присяги, героического служения Родине. Это прежде всего поколение победителей в Великой Отечественной войне. Это воины афганцы с честью выполнили свой долг. Это солдаты, сержанты, офицеры, генералы, стоявшие в ходе контртеррористической операции в Чечне, территориальную целостность страны и проявившие мужество и отвагу при защите интересов Отечества. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков отметил, высокопрофессиональный вуз продолжает лучшие традиции российского воинства и готовит квалифицированные кадры для охраны рубежей нашей Родины. От жителей муниципального образования город-курорт Анапа я хочу поздравить вас всех с присягой. Пожелать вам здоровья, счастья, всего вам самого хорошего, уважаемые курсанты. И чтобы все, чему вы здесь учитесь и научитесь, было использовано только под мирным небом нашей Родины. Удачи вам! Впереди у ребят интереснейшие годы. Современное оснащение вуза делает учебный процесс поистине уникальным и насыщенным. А воинское братство закаляет характер и воспитывает лучшие качества.